Здравствуйте, друзья! У вас на канале, на экранах у вас Елена, она же Николь, через черточку, да? Елена Николь. Откуда родом будем? С Питера. Вот, питерская, Елена Питерская. Работает рекрутером, работала рекрутером в маленьких компаниях, в больших компаниях. И когда-то я, друзья, выгнал ее из тестирования. Она пришла учиться на тестера, я сказал, не надо тебе. Вот. Короче, она с тех пор обрела себя. И, да, теперь она хочется поделиться собой с вами. И, своими знаниями. И, ласточка, я же так, об этом и говорю. Значит, Елена Николь сделает с вами цикл вебинаров, фишкой которых будет то, что мы будем рассматривать вопросы поиска работы в США глазами американского рекрутера, и делать это будем на русском и на английском. И к вам вопрос. Значит, я сейчас уеду на недельку там поутешествовать, а где-нибудь в первых числах июня мы уже соберемся и сделаем первый вебинар. Значит, вопрос такой: что вас больше интересует? Мы вам не предлагаем много тем на выбор, а вот, допустим, какой этап? Ну, вот что бы хотелось узнать. Да? Это не один маленький вопросик, а это как бы некоторое направление. Там, скажем, не хочу подсказывать. Вот. А мы тогда приедем и запишем. Хорошо? Так, вот, Леночка, Николечка, значит, а какие вот, от каких вещей из того, что вы можете рассказать, вы сами тащитесь? Ну, я, например, предлагаю действительно, как отвечать на имейлы. То есть я прям кусками даю то, что вот мне бы вообще то есть помогло заготовки бы. При общении заготовки, по электронной, да, почте. Так. Дальше, значит, как отвечать рекрутерам, которые звонят. Как их фильтровать, с кем надо говорить, а с кем вот, не надо. А вот у меня студенты, например, особенно в онлайн-классе по всей Америке, жалуются, что звонят типа рекрутеры со знакомым нам всем акцентом. И исчезают. Задают кучу вопросов, потом исчезают намертво. И у меня такое ощущение, что они, наверное, звонят по IP-телефонии, откуда-нибудь там из недорогих районов Индии, собирают какую-то информацию, я не знаю там что, но они говорят, я как слышу, говорит, там акцент, так я уже и трубку не беру. Я говорю, у нас в Кремниевой долине это не так. Не так. У меня вот недавно прошел вебинар, и я рассказала, кто вам может звонить с работами. Там 8 разных должностей. Так. И один из них – это собиратели душ. У них никаких работ нет. Они собирают базу данных, uh-huh, и потом ее перепродают. Это на Фейсбуке аудитория собралась? Ну, я не знаю. Есть такие, которые сорсеры, они работают на… Нет, я имею в виду, что вебинар кому проводил-то? А вебинар мы на Фейсбуке собирали, да. Там девчонки? Там все. Окей. Ну, то есть много разных. Много разных. Ну я, как, всего 2. Мужчины и женщины. Я видел в одном софтвер-приложении, там было написано male, female и other. Поэтому, значит, ну это не суть, тестеры поймут. Хорошо. Ладно, значит, друзья, мы расстаемся с Леной и Николь ненадолго. Вот, и ждем от вас предложений с наболевшим. И это будет шире, чем обычно, вот, скажем, я могу поговорить там про тестирование или там, скажем, что-то такое общее по IT. Это еще шире круг, да? Вот, и в стартапах работала. Да, да. И в гигантах. Есть разница, да, как они нанимают? Ну, там процесс сам по себе. Ну, то есть, вот я работала, когда в агентстве, у меня клиенты были в Apple, да. Apple, да. Google, Microsoft. Uh-huh. Applied Materials. Угу. И были маленькие стартапчики, которые даже с Россией связаны. И что это как-то их характеризует? Это все зависит от менеджеров. Бывает, угу, в одной и той же компании один менеджер вот прям как папочка берет за руку и проводит, да, по всему, а другой говорит, ой, я спать хочу, не надо мне никаких интервью вот на так. субботах. По субботам. Понятно. То есть, ну, это все от менеджеров, в общем, зависит. Короче, есть о чем поговорить. Да. Друзья, вы задаете вопросы, а Елена Николь уже вам все и расскажет. А я могу рядом посидеть тоже так, как-нибудь так. Хотя она и так веселая, мне не придется веселить сильно. Давайте, счастливо. Давайте помашем ручкой. Спасибо, ждем вас, да.